Японии продолжает проявлять себя выпускник школы Чертанова Ипей Синадзука. Полузащитник, которому через пару недель исполнится 23 года, летом 2017 года перешел из московского «Спартака» Йокогаму Маринос. С тех пор забил один мяч в J-лиге, а 7 марта впервые отличился в кубковой встрече. Соперником был футбольный клуб «Токио». Гол на 4-й минуте стал единственным и, соответственно, победным в матче. Отметим, что в Кубке Японии поначалу играется групповой этап. Победа в первом туре позволила Йокогаме захватить лидерство в квартете, из которого в четвертьфинал турнира выйдут две лучшие команды –